В Сиверском районе работает передвижная фотовыставка, посвященная обретению мощей священномученика Александра Флегинского. Материалы для фотовыставки предоставила комиссия по канонизации святых Екатеринодарской и Кубанской епархии. Выставку посещают школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования и эстетических центров. Для них священнослужители проводят небольшие лекции. Когда обнаруживают Евангелие, то есть понимают, что в этой Евангелии тихо захоронен священник. Ну и по облачению, по всему остальному, тоже понимают, что именно верно она изменила, то есть верно она определена. И удивительно, что даже книга пролежала в земле больше 100 лет, все-таки она сохранила вид книги, то есть даже отдельные страницы можно открыть, можно прочитать. Цель мероприятия – познакомить посетителей с жизнью и подвигом веры святого подвижника, священномученика Александра Флегинского. До 19 ноября выставка объедет практически все поселения района. Посетить ее смогут все желающие.